Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Гопник, да, потому что я забыл поменять свой скин, и сегодня, друзья, я Кейн, если что, сегодня, друзья, мы снова будем играть, друзья, в Гравити. Я знаю то, что я уже заканчивал 100 раз этот проект, но в последний раз я на стриме поиграл в Гравити и заметил, что было несколько новых карт, то есть у нас есть сегодня надежда увидеть новые карты, и также, вроде бы, на стриме я в первый раз в жизни прошел всю игру без одного фейла и пришел первым, то есть вроде бы я ни разу так не делал, поэтому почему-то мне очень сильно захотелось поиграть снова в Гравити, надеюсь, вы меня за это... Поэтому, друзья, что ж, давайте начинать. Можете поставить лайк, если хотите, можете написать комментарий тоже. Если хотите, если не хотите, можете не написать комментарий или можете поставить дизлайк. Что хотите, делайте, все на ваше усмотрение, но вы смотрите у меня, вы у меня смотрите, что вы делаете. Вы просто знаете последствия, друзья, вы осторожнее с этим. Ладно, друзья, что ж, начинаем игру. Люди, самое главное, люди все еще играют в Гравити, то есть Гравити не заброшено, вы можете видеть. Куча паркуристов собралась здесь, на этом чудо-паркуре, чтобы пройти его. Смотрите, ой-ой-ой-ой, смотрите, какой профессионал у нас тут. Смотрите, что он делает. Смотрите. Я веду себя как маленький... Неважно кто. Хорошо, друзья, что же мы видим? Чат, пожалуйста, уберись. Toys, DNA, Hell, Avalanche и Mine. Вроде как, ух ты. А вот эту карту вроде бы я не видел. Это игрушки у нас, друзья. Самое интересное, что все карты желтые, кроме DNA. Она вообще красная. То есть это сложность, друзья, если вы не знали. Зеленые — это легкие карты, желтые — средненькие и красненькие — вот такие уже сложненькие. Поэтому, друзья, поехали, друзья. Игрушки у нас сегодня, игрушки. Не знаю, куда здесь лететь. Вот, я честно не знал, куда лететь. А где вода? Или что? Или куда там? Я не понял. Ребята, помогите мне. Дальше что? Дальше куда? Что это за... Так, смотрим, куда... Первый раз, когда мне такое происходит. Вообще не знаю, куда лететь. Давайте пролетим вон здесь, что ли? Даже не знаю. Вы издеваетесь. Точно, я почему-то слепой. Вот же вода и вон же телепорты. Мне аж хочется игру заново начать, потому что, ну, я тут что-то... Но зато новая карта, это интересно, это интересно. Возможно, те, кто уже, кто-то, смотрите, все прошел. Вот этот чувак просто молодец. А Кейн не прошел, Кейн все еще на первом уровне. Наверное, тот, кто открыл это видео на моем канале в первый раз, не знает, кто я такой, и смотрит, как я играю, он, наверное, такой... Что это за дурачок играет здесь? А на самом деле, я профессионал Гравити, я профессионал, поэтому... Вот смотрите, просто чудо игрок. Какой-то пицца прошел уже всю карту, но мы идем за ним. Это легко, это мы умеем, летим сюда. Хорошо, надеюсь, хотя бы мы возьмем второе место и начнем новую игру, и все у нас будет замечательно. Зато, ребята, новая карта. Ставьте лайк в честь новой карты, ребята, друзья, молодцы, вообще крутые. Лед я ненавижу, потому что, во-первых, он смешивается с водой, которая на заднем фоне, во-вторых, его еле видно, потому что он полупрозрачный, в-третьих, отстань от меня, лед, не хочу. Так, нам туда, пум, погнали, гоу, и последняя карта, это самая изи, я не знаю, почему она желтая, то есть посмотри, насколько она легкая, видите, с какой легкостью ее прошел, прям так. Плавненько. Все, друзья, хорошо, на втором месте, это очень плохо. Это очень плохо, поэтому мы выходим. И наша цель все-таки все равно останется той же самой. Это пройти весь уровень, вообще всю игру без одного фейла и прийти первым. Вроде бы на видео еще ни разу я так не делал, поэтому будем пытаться, друзья. Если не в этом выпуске, то в следующем. Будет ли следующий выпуск, никто не знает. Но Кейн, он непредсказуем, поэтому, друзья, да, начинается новая карта. Одна секунда буквально остается, 3, 2, 1. Вау, красный, red, вот это новая карта, друзья, здорово. Red, Gold, Rush, Beehive, Catacombs, Bounce. А вот насчет Bounce тоже я сомневаюсь, видел ли я ее или нет. Ну ладно, так, что же мы видим? У нас есть слоновые блоки, у нас есть слоновые блоки там. То есть нам нужно с этих прыгнуть на те, и с тех куда-то уже... Я даже не знаю, за какие горы нам придется улететь. Ну да ладно, мы пытаемся, мы пробуем себя в новых приключениях. Летим, не приземлился на центр блока. Дурачок.
Дурачок. Так, пожалуйста, Кейн, пожалуйста, молодец, Кейн, давай, 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 давай. Теперь куда? Теперь куда? Теперь вниз, теперь вниз. Все, вижу, вижу воду, вижу воду, вижу воду. Есть, отлично, здорово, супер. Просто найс. Отлично. Сколько раз я сказал отлично? Хорошо, Gold Rush. Ну, Gold Rush мы умеем проходить. Она у нас, вы могли видеть, зелененькая карта, потому что она легкая. Идем дальше. Два фейла уже не получилось у нас выполнить нашу цель сегодня, но это еще не конец, потому что это не последняя игра в этом видео, если вы сомневались. О, черт, ненавижу эту карту. Вот на самом деле и на этой карте я вроде бы играл на стриме. Кстати, она тоже вроде как новая. И я ее ненавижу. Я ее не понимаю. Она сложная для меня, хотя она и желтая, но она сложная. Смотри, блин, этот чувак сейчас будет проходить. А мне это ни к чему. Я хочу выиграть. Я победитель. Я Кейн. Так, здорово. Погнали. Я все еще никто не пришел в самый конец. Катакомбы. Красная карта. Опять какая-то вроде бы новая карта, друзья. Еще новая карта. Куда тут лететь? Ничего не понимаю. Это был череп. Гигантский череп. А мы летим через кости прямо сейчас. Так. Не, на самом деле она совсем не сложная. То есть просто нужно... Да вообще тут практически ничего не нужно делать. Просто чуть-чуть назад нажал и облетел. Там вроде бы череп или что-то. Что это за шляпа была. Здорово, здорово, здорово. Ну, ребят, первое место. Мы заняли первое место, но 10 фейлов, куда это годится. К черту. Заново, заново начинаем. Мы хотим вот сюда. Нет, мы хотим вот сюда. Хорошо, хорошо. Это было... напряженно, но я, в принципе, готов продолжать сражаться и бороться за свой рекорд. Тем временем у меня уже почти 12 тысяч очков на этой мини-игре. Не знаю, когда я успел это сделать, но я, походу, молодец. Не знаю, если у вас больше, напишите в комментариях, сколько у вас игр сыграно и выиграно в Gravity. Было бы интересно почитать, насколько вы профессионалы в этом режиме. Тем временем, одна секунда остается, мы начинаем, люди сразу смотрят, что же мы имеем. Мы имеем Ore, DNA, Gravy, Spire, Arcanophobia и Ruins. Насчет Ruin, опять же, не знаю, остальные карты я точно уже видел. Ну, хорошо. Ты кто такой? Я эту карту сделал Iron Cookie MC. Здорово. Зашибись. Iron Cookie MC. Просто офигеть. Офигеть. Хорошо. Друзья, погнали. Ну, это слишком легкая карта. То есть тут вообще ничего не нужно делать. Вы могли видеть, как я плавненько облетел. И за мной сейчас где-то 100 человек, наверное, бежит. Я не хочу оборачиваться, но я обернусь прямо сейчас. Вы могли видеть их всех. Опять эта карта. Да что ж вы заладили? Да с этой карты я не вижу эти синие блоки. Я не вижу их. Они синие. Они полупро... Слава богу. Так. Хорошо. Ну, один фейл уже. Один фейл из-за того, что мне прислали эту карту. А я не хотел... А тут куда? Я забыл эту карту. Я забыл. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну-ка, стоять. У меня вообще похожий скин на мой был. Нет, вы не заметили? Ведь я раньше его видел и думал, это что, я лечу? А потом еще раз его видел только что. И говорю, ребята, он похож на меня. Но на самом деле нет, сегодня на меня не похож, потому что я мистер Гоп. Ну, да ладно, ничего страшного. И, оп, стоп. Знаете, что самое интересное? Он бежит прямо сзади меня. И он хочет пройти карту. И я эту карту не знаю. Я не знаю, как ее проходить. Ах, он шустрый-то какой. Он упал. Где портал? Вот портал. Я первый. Стой. Есть, ребята. Фух, это было напряженно. Поэтому давайте следующее. Все еще не получилось у меня пройти без фейлов. Почему? Нет, почему? Здравствуйте. Хорошо, ребята, хорошо. Что ж, новая игра. Ребята, мы снова здесь. Ocean, а нет, это не то. Уберись, чат. Ocean, Shaker, Dragons, Catcombs, Colors. Насчет драконов, опять не знаю, насчет Shaker и дракона. Ребята, новые карты на Gravity. Новые карты. Мы дождались. Новые карты. Я долго ждал. Все, теперь я пока не забрасываю проект Gravity, потому что я должен отточить свое мастерство до идеала. Вы же понимаете, о чем я. То есть я должен быть всегда на первом месте и всегда проходить без фейлов. Я должен быть настолько профессионалом, чтобы меня позвали на чемпионат мира по Gravity. В реальной жизни, представляете? Прыгать со 100-метровой высоты в водичку, в лужицу. Было бы здорово, интересно.
Кто хочет посмотреть, может написать комментарий. Хорошо, какой же есть вы надоедливый с этими комментариями? Оставьте комментарий. Ничего от вас не прошу. Если хотите, можете оставить. Если нет, куда здесь? Ага. Ой-ой-ой-ой, какая красивая новая карта. Какая красивая новая и сложная карта. Сложная, черт возьми, сложная. Так. Не знаю, с какой стороны нужно начинать. Вот это неприятно, неприятно, неприятно. Вот, конечно, люблю новые карты, но не люблю это ощущение, когда не знаешь, как проходить уровень. Тут уже много народу собралось, я наверняка не займу первое место. Стоять, пес. Так, катакомбы, мы только что их прошли. Тут легко. Не, на самом деле катакомбы вы можете видеть. Нет, опять пидзи, этот петух, вот кто он. Не, на самом деле, друзья, я шучу, я люблю всех людей, я никого не хочу оскорбить, не обозвать. Но вот этот вот петух, вот он опять прошел первым, да, а я вторым. У нас с ним битва. Он возомнил, что он профессионал и мастер гравити. Ага, значит так, да? А как же Кейн? Как же Кейн? Ладно, ребят, последняя игра. Мне кажется, мы ни разу не играли столько игр в заодно видео по гравити, поэтому мне кажется, это здорово. Это просто супер. Это просто замечательно. Посмотрим, что же у нас... Все, давайте вот сейчас сконцентрируемся. Особенно я. И я хочу попробовать все-таки пройти без одного падения, без фейла. Без фейла, да. Тем временем 100 игр. Это была моя 100-я игра только что. Я почему-то это даже не заметил. Я только что проиграл свою 100-ю игру. Ладно, хорошо. Так, что мы имеем? UFOs or Deeper and Deeper. Это 100% новая карта. Rain и Ruins. Не знаю, как правильно почитать с английским акцентом. Поэтому, ребята, что ж, Deeper and Deeper. Вот это самое интересное, что же это будет за карта? Она 100% новая. Это название первый раз вижу карты, поэтому я очень хочу увидеть и очень хочу пройти с первого раза, поэтому погнали. А здесь у нас пришельцы, то есть это у нас вообще карта ни о чем. Куча народа уже впереди меня, я все еще не лечу. Так, Орс, быстренько, где портал, вот портал здесь. Стоять, лобстер, ну-ка иди сюда, лобстер 21, куда ж ты побежал, deeper and deeper. Есть! С первого раза, где портал, вот портал, с первого раза, друзья, ноль фейлов, да не падает, давай, погнали. Так, есть, Рейн, зеленая карта, куда лететь, я не знаю, это вроде бы новая карта, я ее не видел ни разу, Ребят, извините, пожалуйста, если я сейчас слишком эмоциональный, но я почти добился своей цели, за которой я охотился, несколько видео, и руины. Нет, только не эта карта. Ладно, я буду стараться, друзья, ради вас. Есть! Есть! Ребята, вы поняли, что только что произошло? Произошел, наверное, самый лучший день в моей жизни. Во-первых, были новые карты. Я прошел новые карты с первого раза. Я прошел всю игру без фейлов. Я занял первое место. Я чувствую себя просто замечательно. Просто отлично, друзья. Ребят, серьезно, лайк в честь этого. Вот теперь я вас попрошу лайк, вот серьезно. Я заслуживаю. Я все-таки смог это сделать. Это осталось на видео. Теперь это могут увидеть мои дети, мои внуки. Будущие. Не настоящие, слава богу. Так, ну и что ж, друзья. Поэтому, если вам понравилось, можете обязательно оставить комментарий, поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Кейн Гопник, профессиональный гравитист. И до новых встреч.